В зале на старт вышли две команды 24 и 13 школ. В их составе ученики с 9 по 11 класс. Те, кому еще предстоит отдать долг родине и пойти в армию. Такие соревнования – отличная тренировка для юношей, считают педагоги. Спорт – это всегда хорошо, и мы рады нашим гостям. Мы надеемся, что этот праздник станет традицией, ежегодно будем встречаться и выявляться будут сильнейшие. Турнир «Богатырские забавы» проводится с целью воспитания в подростках патриотизма, гордости за историю страны. О том, что в этой истории действительно есть чем гордиться, ребятам рассказали приглашенные ветераны.